Облязов умеет лучше всех? Прошло 10 лет, как Облязов обокрал БТА-банк на 7 миллиардов долларов и сбежал за границу. Одна из самых крупных афер современности. Но откуда Облязов взял украденные 7 миллиардов долларов? Облязов создал интересную схему. Подставные лица уменьшают долю акций головного БТА-банка в зарубежных филиалах. Получив контрольный пакет, они выдают заранее невозвратные кредиты. Фактически самому себе. Перевод полученных денег в офшорные компании. Схематично. В БТА России украдено 4,5 миллиарда долларов. В БТА Украины 600 миллионов долларов. В БТА Армении 400 миллионов долларов. Получают кредиты компании под псевдоинвестиционные проекты. Kaibant Associates Limited 141 миллионов долларов. NetGold Services Limited 164 миллиона долларов. Feston Ltd 150 миллионов долларов. Указанные компании перечисляют деньги на подконтрольные Облязов ТОО. Norman Limited, Colberg Division, Mobilex, ZRL и AMK. В махинациях задействованы близкие Облязова. Сестра Гаухар Хусаинова, руководитель ТОО Mobilex. Брат Шалабаева и Сарым Шалабаев, учредители ЗРЛ и ЭМК. Инвестирует зять Облязова Илья Скрапунов, директор ТОО Norman Limited. Украденные деньги он не планировал использовать во благо казахстанцев, поддерживать многодетных матерей или прощать кредиты заемщикам. Он строил башни, торговые центры, скупал особняки, земельные участки, гостиницы. БТА-банк под управлением Облязова предпочитал выдавать крупные кредиты исключительно в долларах и отказывался их реструктуризировать. Теперь он говорит по-другому. Правительство ДВК спишет ипотечные кредиты на сумму до 30 миллионов тенге. Сейчас, теряя лидерство в собственном ДВК, мошенник готов сказать все, что хотят услышать его сторонники. Именно тогда, как только формируется временное правительство ДВК, идет выплата в размере 10 тысяч долларов каждому, кто участвовал в финальной борьбе, кто именно в этот день оказался в наших рядах, и это привело к смене режима, каждый получает 10 тысяч долларов. Но скажи, Мухтар, что ты умеешь делать лучше всех? Лучше всех я умею переводить деньги в офшоры.